Поехали! Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Сказал, превратили в одно из самых эффективных институтов в России на границе хозяйств. Я хочу сказать, что мало кого есть, когда одна ферма дает 75 тонн молока, через 3 километра перевозят на молозавод, ее распаковывают, перерабатывают и тут же отправляют. За 15 лет работы молочного завода из практики мы никогда нигде не добавляли ни один грамм каких-то добавок. Био-йогурт с клюквой. Да. Клюква, как я люблю. Настоящий. Настоящий. Прием производим. Перерабатываем полностью палец. Мясо. Около 50 тонн субсидиям. Лопаску. Наша продукция очень качественная. Малышка вся пряженка, йогурт. Врачи здоровы. Ну, они дают, понимаете, набор десерта, ягоды.